Крупномасштабные учения в столице. Сегодня на пульт дежурного службы 01 поступило сообщение о пожаре в специализированном доме ребенка. На условное возгорание выехали практически все наличные силы якутского гарнизона. Виталий Абрамов продолжит тему. С первых мгновений обнаружения условного пожара персонал здания разделяется на две группы. Первая занимается эвакуацией пациентов, вторая пытается остановить распространение огня. Тем временем подъезжают первые пожарные расчеты. Сразу несколько групп бойцов газодымозащитной службы входят в здание. Задача – локализовать очаг возгорания и найти условных пострадавших. Параллельно сообщается, что эвакуация завершена. Произвели в полном объеме эвакуацию людей, представители объекта на месте. 84 ребенка и 54 персонала эвакуированы в гараж, как поняли. Мы, понимая то, что объект носит социальный характер и связан с круглосуточным пребыванием детей младшего возраста, такие учения и все действия, связанные с противопожарной безопасностью, очень необходимо и актуально. Благодаря первичным действиям добровольцев и работе профессионалов, очаг возгорания в актовом зале локализован и потушен. Все силы и средства якутского гарнизона справились с поставленной задачей. При проведении разведки, при эвакуации людей упор был на поиск детей непосредственно в здании, потому что дети имеют специфику прятаться в шкафах, под кроватями, в тумбочках. Поэтому сложность объекта в этом. Объект был выбран в рамках проведения Дня гражданской обороны именно из этого принципа. Виталий Абрамов, НВК Саха, Якутск.